Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в новенький видосик. Ребята, дождались, наконец-то дождались, вернули наш любимый Тони Tower Defense. Ребята, тут что-то добавили, еще говорили, что-то добавили. Тут, я так понимаю, ничего не поменялось. Наверное, скорее всего, смотрите, все те же юниты остались. Так, у меня все то же самое. Кстати, ребята, я в предыдущем ролике разыгрывал вот таких вот камера спайдеров. Если трейд остался, а он у нас остался на предыдущем уровне, я их раньше не мог отдать, потому что игра была закрыта, но в этот раз я уже смогу. Так что, ребят, ждите, скоро будет их розыгрыш. Ребят, а у нас тут вообще просто нереально крутое вообще действие. Сегодня вернули нашу любимую игру и, по-моему, что-то еще говорили добавить. Должны были добавить випку. Смотрим, ребята, випку добавили или нет. Что-то пока что не вижу, но, ребят, должны добавить випку, это 100%. Друзья, давайте попробуем сыграть хотя бы одну игру, посмотрим, все ли то же самое вернулось или нет. Так что подписываемся на канал, ребят. Сейчас будет куча прикольного контента по Tony Tower Defense. Ставим лайкусики моему видосику, а я начинаю. Погнали! Итак, ребят, давайте пробовать. Заходим куда? Вот, давайте где-то станем, где много людей. Хочу, как в прошлые времена. Давайте сюда заходим. Тимэмэн, давай со мной. Гоу. Кто-то еще хочет? Давайте, ребятки. Всех, со всеми поиграю. Заходите. Котик какой-то тут бегает. Давай, котик, тоже, погнали. Заходи. Anybody. Гоу. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Гоу, погнали. Так, не буду голосовать, пусть сами голосуют. А, все за легендарку. Ну окей, давайте все за легендарочку. Хорошо, ребята. Я, кстати, мы с Ромлеровым с моим другом играли. Я так и не прошел. Боже, ребята, я ничего не одел. Я тормоз. Я забыл все одеть. Я так спешил поставить всех, что я забыл все одеть. Ладно, бог с ним. Проверяем, ребята, те же туалеты идут. Все то же самое. Так, теперь нам нужно, чтобы нам дали денег, чтобы мы поставили вот этого чувака. Реальный, я видел. Да, братанчик, реальный. Да, братан, да. Первое видео мое за 3 недели. Так, а что, мы скипаем или нет? Давайте скипаем разочек. Где деньги, я не понял. А что мне деньги не дают? Мама, я в ютубе. Да, братан, только... А что мне опять 200 дали? Я что-то не понял. Так, ладно, ставим тогда вот здесь чувачков. Вот так вот, раз и два. Так, ребят, надеюсь, я не забыл, как играть. Очень на это надеюсь. Скипаем, ребятки, скипаем. Потому что что-то мне денег мало. Они доходят сюда, и их никто не убил. Когда раздача будет скибиди туалет. Когда немножко очухаемся, нам бы сюда кого-то поставить. Скипайте, елки-палки, скипайте. О, наконец-то скипнули. Но мы немножко провтыкали. Так, ну вроде бы все то же самое, ребята. Все то же самое. Ничего не поменялось. Это значит что? Это значит, ребята, что все работает отлично. И это значит, что у нас ждет впереди крутые обновления. И еще куча крутых фишек. И еще куча крутых унитазов и обновлений. Наконец-то, ребят. Я надеюсь, что это все-таки будет. То ничего не поменяется. И да фак еще раз не забанит нашу любимую игру. Так, а ну-ка пробуем, ребята, работает ли лобби. Так, лобби. Есть. Так, а ну-ка, ребятки, смотрим, могу ли я подписывать до сих пор или нет. Так, по-моему, мог раньше подписывать. Да, а ну-ка. Так, подпись. Есть. Да, ребят, работает, все нормально. Так, подписи у нас работают. Так, что у нас тут? У меня 22 тысячи, кстати. И у меня такого титана еще нет, по-моему. Апгрейд титан. А ну-ка, ребят, посмотрим. Так, такой титанчик есть. Апгрейд камерамен титан есть. А апгрейд спикермен титан у меня нет. Все, значит, это наша следующая цель, ребят. Так, давайте сюда смотрим, что у нас тут. Давайте смотрим телепорт плаза. Давайте смотрим трейдинг плаза. Работает все или нет? Так же с багами или нет? Ребята, я так соскучился по этим багам. Пусть лучше лагает, конечно, но чтобы игра работала. Чем не лагает и вообще ничего не работает. Кстати, ребят, я стоял тут неделю. Кто не знает, я неделю стоял, потому что на випке можно было стоять, прикиньте. А потом меня вырубили свет, пропал интернет, и я вылетел. Так бы я еще 2 недели стоял. Так, окей, ребят, начало положено. Все работает, все проверили, все отлично. Ждем, у нас обновление должны добавить. Здесь вот в шопе должны добавить випку. Это я точно знаю, потому что разработчик говорил, что добавит випку. Еще какие-то фишки добавят. Поэтому, ребятки, ждем. Ждите новый контент по Tony Tower Defense. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забудьте поставить лайкусик и подписаться. Меня зовут Фанрик. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.